победы, дорогие друзья! Города Мурома Татьяну Юрьевну Терехову. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас тут небольшая заминка. Награждение пошло не по плану. Детки должны порадоваться раньше нас. В очередной раз участники народного коллектива студии «Русского романса» подарили нам этот великолепный вечер. Администрация Дворца культуры очень радует, что в коллектив приходят все новые и новые участники. И вы видите, сегодня дебютировал коллектив «Матрешечки», мы их так называем. И, конечно, порадовали маститые участники нашего коллектива, победители конкурсов различного уровня, всероссийских, межрегиональных, Светлана Волкова, Лариса Комиссарова, Павел Петров. Конечно, администрация Дворца культуры выражает благодарность руководителям коллектива. Я заостряю ваше внимание, руководителям коллектива Эрике Валентиновне Ратаевой и Любови Алексеевне Звонковой за плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм в работе и творческий поиск. Коллеги, спасибо вам. Эрика Валентиновна, где вы? Любовь Алексеевна, спасибо. Дорогие друзья, и, конечно, постоянный участник. Собственно говоря, человек, без которого не состоялся сегодняшний концерт, это концертмейстер коллектива Елена Александровна Малышева. Елена Александровна, спасибо вам. С днем рождения, дорогая. Давайте похлопаем очень громко Елене Александровне. Она буквально две недели назад стала лауреатом международного конкурса третьей степени. И вчера у Елены Александровны был день рождения. Спасибо вам, Елена Александровна. Низкий от нас поклон. Также администрация Дворца культуры благодарит, выражает благодарность за высокий профессионализм и творческий поиск Ларису Комиссарову. Лариса, где вы? Павлу Петрову. Дмитрию Бутысину. Короткову Артему. Павлу Петровичу Панову. Ирине Павловне Зарко, Татьяне Павловне Крыловой, Ирине Александровне Брусенко. Ирина Александровна, я знаю, вы в зале, выходите. Не стесняйтесь. Где вы? Ирина Павловна у нас, между прочим, пришла сегодня с подарком. Ирина Павловна, ваша.
Сладкий подарок от всех пенсионеров и от вновь нашего организованного коллектива «Обские напевы». Ждите, мы скоро здесь зазвучим. До встречи с напевами. Также администрация Дворца культуры выражает благодарность нашим юным дарованиям Ксении Ефремовой. Подошел к концу.